Максимова Анастасия, я приехала из Владивостока, но переехала уже 6 лет назад, чтобы развиваться в троеборье. Ну, троеборьем с 14 лет, как бы пробовали и выездку, и конкур, но как-то не хватало адреналина и решили попробовать себя в троеборье. В Калуге вот у нас есть и сборная, и школа, поэтому мы развиваемся. Все-таки попроще, когда 200 километров от центра, а не 9 тысяч. Во Владивостоке нет. Мы начинали, но так и не получилось до конца, потому что все основные соревнования именно здесь. У нас кубки губернатора Калужской области, ну, свои, как бы, школьные проводим. Ну, стараемся чаще, чтобы, ну, и детей смотреть, и самим как-то готовиться к основным стартам. По троеборью вот первый раз сборы. Поступило такое предложение сделать сборы для молодежной команды, и это действительно первый раз. Вот я попала первый раз на сборы по троеборью, и я очень надеюсь, что они будут как-то почаще у нас проводиться, потому что, ну, такую возможность надо использовать. Другие тренера увидят как-то по-другому, может, где-то подскажут, ну, и как бы в каждом виде свой тренер, это, ну, действительно двигает.